Здравствуйте, это Пионер Диджей Санкт-Петербург. Меня зовут Алекс Зендер. И сегодня я вам покажу, как написать трек за несколько минут. Итак, я подготовил 4 дорожки. Барабаны, перкуссия, бас и лиды. Начнем с прямой бочки. Далее добавим перкуссию на слабую долю. Так, послушаем, что у нас получилось. Довольно-таки неплохо, но сухо. Добавим реверберации. И, конечно же, дилея. Послушаем, какой у нас бас. Так, бас готов. Но неплохо бы его удлинить и разнообразить. Все-таки длиннее. Думаю, длиннее, да. Лиды. Они у нас будут атмосферные. Уже придумано, осталось только записать. Немножко подровняем аккорды. Неплохо будет усложнить барабанную партию. Клэп лучше подойдет. И
Теперь добавим реверберации для атмосферности. Вот все стало гораздо более благозвучно звучать. Отдельный лид. Доделаем мелкие детали. Трек уже вполне готов.